Игоря подвинем назад. Вы его сиденье бьют, подать, никто не подвинет. Идут следственные действия, и прочее, Россия так больше не отдает. Дали неправильные данные, все, ну... Интересно, если я с ним не буду вас резать. Девочки, молодцы! Кристина, Даня, пошли со мной. Даня, пошли. А если водка мешает? А вы? Из Мариуполя, да? А знаете, как там сейчас обстановка? Есть какая-то связь? Ура, ДНР, у них штаб, ДНР все разбомбили. Ну как разбомбили? Расстреляли 10 снайперов, их убили. Говорят, что уже Славянск полностью уже под контролем. Да. Сейчас вот новости я читала, Порошенко сказал, надо повесить флаг Украины над Славянском. Да, а вы никогда не поддерживали вот ДНР и так дальше? Не поддерживали? Нет. Ну, говорят же вот в пропаганде российской, что там все люди так там же поддерживают. Я на Украине живу, добрая людина. Я на Украине, в Украине вы живете, не на Украине. Хорошо, давайте в Украине. В Украине, это правильно. Так это москали говорят. Я не Волынская какая разница, это наша страна. В Украине. Я не хочу сейчас никаких ни Малороссии, ни Новороссии, ни отделений, ни присоединений, ничего не надо. Это попадает в камеру. Крым жалко, реально жалко Крым, потому что инвалиды остались без санаториев, без средств возможности, без рук. Без ничего, как да. Меня русские друзья пугали, что придут бандеровцы и будут меня бить палками, потому что я по-русски говорю. Ой, русские не пришли, не били за украинский язык, так оно и вышло. А как вам здесь живется? Я тут жить останусь, не нравится. Нормально в санатории? А в Украине везде все. Не везде. Да, нам в Украине везде будет. Нет, у меня флаг Украины. Добрый мужчина, я подарил флаг Украины. У меня на балконе. Да, вы видите? Да. Спасибо. У нас весь фейсбук знает, что у нас флаг Украины. Немножко еды передали, да. Там игрушки, вещи, взрослые тут спасибо. Есть. Так что вы обязательно там. Меня зовут Юля, я хочу поблагодарить всех тех, кто помогает нам собирать помощь для беженцев, которые находятся сейчас на Куяльнике. Мы вам очень благодарны. Мы будем продолжать свою работу, помогать им, потому что люди нуждаются буквально во всем. Хотим поблагодарить всех, кто этим занимается, кто организовывает это все. Вы можете с нами связаться по телефону 093-751-5010. Мы сюда приезжаем уже, наверное, восьмой или девятый раз, я уже не помню. Но дело не в этом, дело в том, что вы увидите на этим съемкам, что действительно необходимо этим людям. Эти люди действительно в проблемах. Людям нужны одежда, вещи. И просим всех неравнодушных людям, переселенцам, которые бросили все и сюда приехали, которые убегали от войны, это женщины, дети, помочь им. Помочь. Мы каждую субботу от Дюка в 11 часов собираемся, и где-то в 12 от Дюка едем в этом направлении. Поэтому просим неравнодушных откликнуться и участвовать в нашей акции.